Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Всем привет. Сегодня у нас обзорчик на телефончик. Значит, Nokia 3720. Сейчас его буду распаковывать и буду смотреть, что там у нас за телефон такая пришла. Так, это значит телефон. Тут у нас зарядное устройство Nokia. USB-кабель. Наушники. И мануал, соответственно. Ну, коробочка. Коробочка стандартная. Ничего не нравится. В сторону. Вот наш сам телефончик. Телефончик я уже смотрел. Он сейчас включен. Сейчас посмотрим внешний вид. Есть такая штучка. Так закрывается у него крышечка. Правильно написали вспышка. Динамик. Тут есть еще вот такие вот. Разъем у нас 3.5 или 2.5, по-моему. А, 2.5 разъем под наушники, микро USB. Ну и разъем под зарядку. Этот телефон позиционируется как пылевозащищенный. Вот. Так. Угу, пальцем его тут просто не откроешь. Плотненько, однако. Ну ладно, открывать его сейчас не буду. Просто пробежимся по самому телефону. Unlock. Так, unlock. Unlock. Надо русский язык выставить. Так. Ладно, с этим. Русский язык здесь есть. Все, русский язык выставили. Ну, все как обычно, в принципе, в старых Nokia. Ничего нового. Это быть не может. Телефончик неплохой. Звук довольно громкий. Камеру я не тестировал, но думаю, что есть смысл тут тестировать, потому что 2 мегапикселя, сами понимаете, немного. Так, сейчас посмотрим информацию по самому телефону. Есть такая штучка, вот тут можно увидеть здесь. Здесь все прошивки. Дата выпуска телефона. 07.12.2009 года. Так, новый там, language. Ну, собственно, все. Ну, собственно, все. Микрообзор закончен. Всем спасибо, до свидания. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.